Двор многоквартирного дома по улице Абая, 44 в Кызылорде, находится под водой. А все из-за забитого мусором колодца. Затопило не только двор, но и первые этажи подъездов. Первый подъезд, во второй подъезд и в третий уже течет. Вчера вот звонили водоканал. Никаких даже действий не предприняли. Даже воду не перекрыли. Люди уже не знают, как на работу идти, света дома нет. Подъезд и так ужасный, еще ужаснее стало, и сыреть начал. Мы выяснили, почему жильцам этого дома пришлось ждать больше суток сотрудников горводоканала. И вот что нам ответили в коммунальной компании. Вчера бригада ездила аварийная. Там у них колодцы, где топит, там колодцы полный мусора. На поверхности мусор забитый, баклажки, маклажки, коробки там. Они откачку сделали, сегодня бригада поехала. А почему вчера сразу не откачали? Как откачать, если он прям полный мусор был? Ну, сегодня уже эту проблему они исключают, да? Да, они там работают, бригада.